С 19 апреля по 1 июня в Индии в 7 этапов проходили парламентские выборы. Уже вчера, 4 июня, завершился подсчет голосов. Кандидаты боролись за 543 места в Народной палате Лок Сабхе. Для победы претендентам партии или коалиции требуется набрать простое большинство в 272 места. Согласно представленной информации избирательной комиссии, правящий альянс, возглавляемый партией Моди, Бхаратия Джаната, получил 292. Таким образом, Нарендра Моди станет премьер-министром Индии в третий раз. Ну и в этом смысле вот все эти дискуссии, которые велись в ходе выборов, они исходили из того, что правящее движение во главе с Моди, исходили из того, что действия, предпринимаемые на протяжении последних лет, десятилетий, собственно говоря, проводимых самим Нарендра Моди, они были эффективными, они сдерживали социально-экономические проблемы и, значит, не позволяли там развиваться каким-то противоречием на религиозной почве. Ну, то есть оценка действий была успешной. Выборы в Индии считаются одними из крупнейших на планете. На избирательные участки пришло порядка 640 миллионов избирателей. Необходимо было обеспечить возможность проголосовать для всех. Согласно индийским законам, избирательные участки должны были находиться не более чем в 2 километрах от мест проживания электората. Было организовано более 1 миллиона пунктов для голосования, в том числе в самых труднодоступных регионах. Парламентские выборы в Индии проходят по 57 избирательным округам. Вот это вопросы, связанные с проблемой социально-экономического развития Индии, это проблема бедности, которая в Индии имеет место быть, это проблема кастового устройства и архаических, так сказать, кастовых вопросов, которые долгое время сохраняются в Индии, это проблема отношения между индуистами и мусульманами, что тоже является очень важным вопросом. По заявлению Нарендры Моди, он планировал набрать не менее 360-370 мест. Однако такого высокого результата не достиг. Получилось набрать только 292 места. Поэтому пока еще действующий премьер-министр Индии посчитал, что это определенное недоверие к его политике и предположительно в связи с этим некоторое время назад заявил об отставке. Количество мест, полученных сторонниками его партии, самое маленькое за последние 15 лет, что и вызвало его негодование. Резида Каримова, Универ Новости.